Вот, кстати, схватка за Гибралтар, о котором упоминала Оксана, может получиться очень серьезной и станет одним из главных политических сюжетов в Европе в нынешнем году. Эта территория под властью Великобритании уже больше 300 лет, но Испания так и не отказалась от нее. Гибралтарцы в большинстве своем проголосовали на референдуме против Брекзита. 95% избирателей захотели остаться в Евросоюзе. И для испанцев было бы странно этим не воспользоваться. В то же время в Англии обратили внимание, что премьер Тереза Мэй так и не упомянула Гибралтар в письме, которым официально начала процедуру Брекзита. Британские оппозиционеры опасаются, все это может довести Лондон и Мадрид до открытого конфликта.